Можно даже так. Аладдина почти не видно из-за лагов моргающих. Первый стейдж мне не дается. Блин. Нет. Блин, ни хрена себе. Я думал, допрыгну. Прям с краешку сиганул. Да сука, блин, что за пейсы у меня такие? Такое. Хоба. О. Серьезно, сейчас бы это дерьмо фейлить. Пять секунд или ну меньше, 3 секунды. Что более обидно, то что хп меньше стало. Прыжок веры. О, голд. Саб 13 хайп. Голда. Видимо, с прыжком я еще не проходил. Чуть-чуть
больше секунды просрал из-за плохого скип. Ай, успей, да блин. Хуитель. Можно рассетать, привет, Джимбо. После второго скорпиона на мышь. Наверное, не быстрее, не знаю. Потому что пока ты в воздухе, ты медленнее движешься. На земле ты бежишь быстрее. Гораздо. Поэтому нужно максимально по земле бежать. Думал, сцеплюсь за 6. О, далеко. Неужели? Сойдет. Вроде Макс, ты там стратки не нашел еще никакие. Вот это ты можешь. Я сейчас опять VR сделаю, блин, и ты что-нибудь найдешь. Ах ты падла. Все. Фасос. Хотя. Нормально. Вот сейчас нормально скип сделал. Пикачу, привет. О, блядь. Сука, вот.
Вот если бы я прыжок сделал, возможно, бы успел. Два хп мало. Ладно, пофигу. Ну, блин, чуть-чуть я не добежал, чтобы без дамагов вообще. Вот это был бы каниный голд. Максимально крутой. На том стейдже. Кстати, если там все-таки левел глобал таймер, а не какой-то, ну, точнее, как он называется, локальный таймер, а не глобальный, то, возможно, можно там будет всегда успевать, если тоненький прыжочек с бревна сделать. Хотя я сомневаюсь, конечно. Как там контр, кстати, Пикачу? Были пейсы? Где сливал? Двойной глич делал, не? А чё? Ни разу не получилось? Или ты не пробовал? Заколебал, Пикачу, делай. Делай, блин... Сразу двойной, потому что поставишь четкое время. Дикея бопнешь. Блин, я помню времена, когда ран Дикея казался чем-то вообще нереальным, пипец. А сейчас Сэнгри Лэнкс его обоссал на 3 секунды. Thank you for the follow. Спасибо за follow. Не вижу никнейма. Прошу прощения. Я сейчас на большом мониторе играю, а на маленьком не вмещается все. Эмулятор full screen, поэтому все место занимает. Time save 002. Блин, я нос забит, заколебало уже. Надо пробить его чем-нибудь. Не дышит уже много лет. Опасный камушек. Ну да, Расти, есть тут такое. Автоскроллер. Ублюдский. Через дома. Спасибо. Надо чуть позже прыгать, тогда вообще чайник не убивается, ты тупо запрыгиваешь и все. На бабулину. А, да, я видел. Видел, что не допрыгиваю, сука. Надо было влево нажать раньше. Поссался. Окей, отлично. Пикачу сглазил. На самом деле, нет, это я тупанул. Саный стейдж.
Вот эти два стейджа, этот и следующий, блин. Здесь, кстати, можно без дамага долететь, в тассе есть. Привет, Рейвс. Спасибо за гудлак. Да не это место, ну ё-моё. Я зафакапил уже начало, походу. Прыжком высоким. В смысле, когда? Он пока что у меня. Привет. Или Стэнс меня там уже бопнул? Пейсы конские, блин, конины просто. У него первый стейдж выдрочен прям жестко. Блин. А я посасываю, видите? Да ё-моё. Ох, нихрена себе, он скачет. Плюс 4 секунды. Забыл, окей. Это повод ресетнуть. Так, ладно, надо сконцентрироваться. Да ё-моё! Сторон. Какие делища. А, это как? Блин, не ожидал, что не долечу. Я постоянно падаю, когда он вот так вот стрелу задерживает.
так бы я зацепился бы. Да пока нет. Пытаюсь улучшить, потому что у меня там подсос жесткий. И новые стратки завезли к тому же. На 4-5 секунд таймсейв. Поэтому надо улучшать. Да ёб твою мать. Факаплю первый стейдж, не могу. Да ё-моё, что не так? Что с прыжками? Reset fast. Пытаюсь эти пиксели, блин, ловить. Бессмысленные вообще. Пока. Дебильная привычка. Да пытаюсь собраться. Интересно, у меня есть голда на 1.2 со всеми прыжками топовыми. Да что я тут перестал? Да я бояться стал прыгать с краю, блин. Красава. Мастер таймингов. Да я не горю я так. Сторон. О. Да ты издеваешься? О, класс. Времени буду терять. Кто не долет, то перейдет.
Да сука, ну что ж ты так дергаешься? Вот что меня от чего подгорает. Не могу этот паттерн. Чё же здесь делать бы? Попробовать выключить в OBS сцену. Вот так вот можно будет. Может будет меньше лагать. Он даже и лучше. А, нет. Показалось. Да как так прыжки, блин, делать? О чем-то думаю, о каких-то левых вещах вообще. Не слежу за тем, что происходит. Спасибо за лайк. Наконец-то. Thank you.
Да. Это, наверное, получилось из-за того, что я слишком вправо улетел, и какой-то там пиксель поймал мяча. Уже дважды, между прочим. Вообще не вижу, что там. Спасибо за фоллоу, наверное. Ой, блин, плохо. Желтый колор, спасибо за фоллоу. Привет, спасибо за... Good luck. Опять у меня КП нет. Канатай, привет, спасибо большое за удачу. Расскажи, что там со сходкой-то не так получается. Он что, ошалел, что ли, совсем? Я так понял, вы хотите в Москву сгонять и все на этом, да? Блин. Главное, чтобы не забагалось. Если полено без воды вылетает, то все, это посос. Что за ЛВЛ 20-й? А. О, нифига себе, с нуля до 20-ти, это жестко. GG, кстати. Целый час. Да. Блин, а то Стэн забыл, был баг, когда он чуть-чуть вперед улетел, а потом назад не смог. И я что-то теперь боюсь пробовать даже. Ну, вроде нормально все. Или он там что-то тупанул, может быть.
О! Ах! Было похоже. Привет, Шеган. Ой, долго. Сейчас чуть не сдох. Блин. Обосрался. Найс. Ба-ба-ба-бум. Шанс есть. Ай! Блять, шанс был. Ну все. Много хп. Я не знаю, где их сливать, блин. Не долетел до птицы. Я зассал там немножко дальше улететь, потому что у меня там проблема. На 5, на 4-1. Я там в яму падаю постоянно. Если бы у меня лучник получился, то шанс бы был бы. Я бы не стал бы курочку брать бы. Но на последнем стейдже там нужно было осторожничать. Не, на SNES'е там парашют машнаторский. Если здесь ты очень медленно на нем летишь, то на SNES'е его юзают. А так SNES'овский топовый. Я вообще в детстве даже не подозревал, что на SNES какой-то Аладдин, что вообще SNES есть. Где мне хп снимать, сука? Блин. Облажался.
Ну и здесь. Плохой прыжочек был. Да я тогда руинера вообще не знал еще, соответственно. Вообще прыжок был нормальный, там можно было damage boost сделать в конце, но... Блин, кстати, я бы VR бы поставил. Че там? Ладно, плевать. О, опять я не в том месте прыгаю. Да что ж, я не могу выпрыгнуть вовремя. Надо минимум фейлов делать, мелких. Типа такого. И надо без курицы бежать нормально. Найс. Ну, сволочь. Нормальный пейс пойдет. А, голдик. Большой. Плохой стейдж. Кстати, я играл в SNES-ку, в оригинальную тоже, когда-то давно в детстве, но я не знал, соответственно, что это SNES. Неведомая какая-то консоль была. Для меня на тот момент. Блин. Плохо. Почти 2 секунды залажал.
Ого. Все равно голода. Но это из-за камней. Связался на свою голову, да, Пикачу? Кстати, как там мессенджер? Я видел, ты его учил. Поддается, не? Да басышь ты всех. Всех наших. Мне кажется. Не, не рало. Что-то я сегодня завозился, блин. Как освободился, сразу стрим запустил, поэтому... Ничего такого не делал. Ой-ой-ой, опасный. Пиксель. Да по-любому тонко. Если ты говоришь, там так жестко. Пейс неплохой, надо добивать. Сука, блин. Я только сейчас понимаю, что тот фейл в конце был обидным. Может и буду, может и не буду, кто знает. Блин, думал упаду. Не получается нифига. Капец, этот глич стабильный, этот роут. 100% получается. Идеальный стейдж просто вообще.
блин. Не долечу. Ё-моё, а? Ого! Что это было? Чё ты? Блять, вот этот вот прыжок, сука! Я боялся его. Вот его я боюсь. Самый опаснейший, блин, прыжок в игре. Я не вижу, сорян. Спасибо там за фоллоу, скорее всего. Песок, блин, сука, тролль. Crazy Jaycee, hey man, thank you for the follow, man. If you follow me. I don't see the alerts. Псаная смерть, блин, 8 секунд засрал. Thank you for good luck. Что это там опять? Спасибо. Привет, Дэмиен. Да блин, этот ран слишком хорош был, надо было его тащить без смертей. Это вообще не знаю, там саб 13.05 какой-нибудь пейс. World of Lionel, спасибо за good luck. Ну все, вот это рип уже. Не надо было делать, надо было на мужике делать это. Я бы не долетел бы. Окей. Со смертью ссаные, блин, VR. Спасибо, GG. Всем. А, нет, это я что-то погорячился, наверное, саб 13.05. Hey, Spiral, thank you for GG. Спасибо всем. GG. Пойду водички попью, что ли? Минус 7 секунд.
Ну там больше, видишь. Я из минуса 7 ушел в плюс 1,6. То... Спасибо, Кокис, за МВР. За X-Fight, спасибо. Засал в конце делать без парашют. Стенс запозорит, нет, я верю. Секунд 8 можно как минимум. Там еще мелкие ошибки были, поэтому можно... Ну, САП 13-10 точно можно делать.